Внимание, данное видео содержит нецензурную брань и не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. Вот так вот. Привет, амигос! И сегодня с вами Дэн и по-прежнему игрушка под названием Far Cry 5. Что ж, мы тут прошли задание недавно. Боже, что это такое? Я не знал, что тут коробочка есть. Мы тут прошли, короче, задание недавно и продолжаем, как говорится, дальше проходить игрушку. Что ж, сейчас мы посмотрим, что у нас по заданиям, а, точнее мы... сюжетные задания посмотрим. Давайте. Это Аделаида из Марины. Тут повсюду сектанты. Не знаю, сколько еще мы сможем продержаться. А, у нас, по-моему, есть какие-то очки навыков. Сколько у нас? Ух ты, смотри, ты чё? Можно взять этот? А, блин, ничего, Enter нельзя нажать, да? Угу. Походный рюкзак. Вы можете носить больше предметов, в том числе до 5 аптечек. Мне это нахер не надо. Сумка боеприпасов ближнего боя. Вы можете носить дополнительное оружие ближнего боя. Мне это нафиг не надо. Мне надо больше. Мне надо больше. Они на разрывных. Так. Третье оружие. Вот, это то, что нам надо. Любого типа. Вот. Вот это вот я вот беру, потому что это полезная штука. Что нам вообще вот это дает? Стоимость человека амфибия. Можете быстрее плавать. Так, ну нам это не надо. Что ж, у нас заданица, мы пойдем и выполним какое-нибудь заданица. Нажмем Tab. Карта. Снаряжение, вести, настройки персонажа. А, мы можем типа переодеться, я понял. Снаряжение, испытания, навыки, состав отряда, журнал. Ну давайте, наверное, туда поедем. 3000 метросов. Ну погнали, чё уж. Подожди, а может тут есть какой-то более... Ага. А Винхсьюта у меня так и нету. Я, по-моему, его не брал. Хотя Винксфьюд довольно-таки классная штука. Стоп, я кого-то видел. Где-то... О! Можно освежевать тело. Шкура волка, мы можем ее продать. Так, что же нам надо? Нам надо больше очков навыков и взять Винксьют, потому что это довольно классная штука, если я ее не взял. Так, сейчас как тут у нас? Так, где у нас Винксьют-то? Ага, 4, надо костюм. Доступно... Сантирование. Разрушение высадки с воздуха при быстром перемещении. Ага. Значит, нам надо 4 очка этих навыков, и тогда мы сможем купить себе Винксьют. Я думаю, мы это сделаем, но это будет не так сложно. О, медведь, давайте его загасим. Черт, что ж такое-то, а? Медведь, блин, чё ж ты убегаешь? Что, боишься квадроциклов? Ну, лично я тоже бы боялся, если бы они за мной охотились. Так, тут мы уже были. Наш медведь туда убежал. Давай, пес, грызи. Бля. Пес, грызи медведя. Мне шкура нужна. Черт, тяжко. О, черт. Черт. Так, пес, ты где? Ты грызешь медведя? Бля, да что с этими квадроциклами не так? Китайские с Алиэкспресс, что ли? Отлично. Итак. У нас есть шкура гризли. Что там катать такое? Какие-то злодеи есть. Ну, злодеев нету, жаль.
Блин, надо просто где-нибудь зайти сейчас, взять будет пушку какую-нибудь. Где тут, может, где-то ближайший аванпост, что ли, будет. Там, короче, захватим его и, так как говорится, продолжим наше путешествие. Я думаю, по дороге нам какой-то такой аванпост найдется. Ну, так не бывает, чтобы не было никаких аванпостов. В каком-то месте. Так, железная дорога, значит. Если ехать по железной дороге, мы рано или поздно куда-нибудь да прибудем. А если есть железная дорога, то значит есть где-нибудь и обычная дорога. Это кто такие? Привет тебе. Не нарывайся на проблемы. Погоди, давай поговорим. Ила единственный, кто проваливай отсюда. Без него мы бы все давно сдохли. Как знаешь. Илай нашел какого-то доктора, чтобы узнать, что Иаков сделал с волками. Не знаю, удалось ли ей что-то выяснить, но нужно проверить. Чё это было? Мало найти бункер Иакова. Без ключа туда все равно не попасть. А если и попадешь, на тебя тут же набросится толпа фанатиков. Так, пес кого-то нашел. Девочка! Эй, я все вижу! Ну все, тебе хана! Сам виноват. Ну, а зато есть теперь потрошки. И винтовочка есть, и грузовичок есть. То, что надо. Поехали. Так. О, черт. О, да там эти... лосятина. Давайте попробуем этого лося сбить. Может, там дадут что-нибудь. Бля. Так, ну вот он вроде ёбнулся, может он... Почему испорченная? Ну садись, ну. Ну вот, отлично, сели. Кого-то там уже узрел-то. О, дорога. А как мы знаем, на дороге всегда случается какая-то хрень. Вот вам, пожалуйста. Так, ну что-то... Ну, давай, давай, да, разворачивай это корыто, нам надо за врагом бежать. Где эта вражина, блин? А, так это волк. Нихера. А я его убить-то хотел. Какой-то ненормальный волк. Да какой-то странный, он какой-то зараженный, что ли. Шкура волка. Какой-то он странный, какой-то больной. Это зомби-волк. Это, короче, зомбятина. Вот, черт. Ну, это что ж такое-то, а? О, бля.
Так, ну, у нас тут есть уже хоть потрошки. Вот ты где! Как приехали, так и уехали. Так, давайте... давайте, бездавайте. Так, чё оно так долго грузит, а? Вот это, что это за загрузки, блин? Я не для этого игру брал, чтобы ждать, пока какие-то загрузки тут будут. Я играть хотел, а тут, блин, какая-то хрень. Да что за... А из этого и выйти никак. Что это такое, блин? Так, быстрая продажа. 870 баксов, нормально. Так, у нас есть 4 штуки, мы можем... Да, купим. Оружие. Так, доставка со склада. Так, надо будет купить машинку. Какую-нибудь там... Блин, да что ж такое-то, а? Я не знаю, что это такое. Блин, это какая-то хрень с этим Far Cry 5, вот это вот меня бесит. Серьезно, ты хочешь нормально поиграть, а у тебя вот эта вот доставка со склада. Какого склада, блин? Какого нахер склада? Что за херня? Почему оно так долго грузит? Меня это раздражает. Это меня бесит. О боже. Итак, оно наконец-то прогрузилось спустя так. Удалить. О, что это такое? Подожди, ого. Ничего себе. Что же оно за монстр-то такой, а? Персонализация. Мы можем поставить глушитель сюда, там магазинчик какой-то, магазин. Да, я не хочу такую винтовку брать слишком. Слишком пафосно. Так, я не хочу красить ни во что. Зачем мне это? Персонализация. Так, поставим глушитель. Да. Да, не дешевый глушитель, конечно. Ну и оптику, соответственно, хорошую. Все, и у нас бабла уже нету. Ну, такая вот винтовочка у нас получается. Так, ну... Так, ну, теперь можно, в принципе, ехать. У нас уже есть винтовка, у нас есть пулеметец. У нас есть боеприпасы, мы можем спокойно себе ехать на задание. Теперь давайте сделаем какую-то себе метку, я не знаю, потому что, блин, туда еще надо как-то доехать. Где оно у нас, это задание светится? Потому что дорога мне что-то не показывает, а куда мне надо ехать, я понятия не имею. Где это задание светится? Так, а... Ну и куда это мне двигаться-то, а, алло? А, вот он. Понятно, едем. Да, пошли вы, попка. Сука. А чё вы увязались-то за мной, а? Понятно. Твою матрёну-то, а? Да, сука, твою... А, так вы уже тут. А, блядь.
Задолбали. Что вы, блин, делаете, а? Ну давай, поворачивай сюда, я тебя жду. Блин, ну пипец просто. Это гражданские, походу. Да, гражданские. Ну давай, поехали. Да боже. Так, ну по идее машина должна тут сама ехать. Чёрт, 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 чёрт. Что ж тут вас так много, а? Все? Помогите! Кто-нибудь! А чё вы паникуете, это? А, ну на кого-то спасли даже. Стоп, 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 где-то пистолетик валялся. Хоть его откроем, чтобы его не покупать, потому что, блин, потом бабла про... Всё. Ну, типа, нам должен будет открыться потом. Ты помочь? Около старой площадки для пикников живет старик. Я говорил ему, что надо сваливать, но он не хочет. Может, тебе удастся его уговорить? Как? Так, ну, короче, у нас теперь есть, это просто тварь хотела на меня сагриться. Говорят, Иаков усадил помощника шерифа в свое кресло. Интересно, долго ли он продержится? А чё с этим чуваком не так? Я не понял, а как это? Как это вообще возможно-то, а? Какой милый пёсик? Да, пёсик-то милый, а чё за херня там? Окей, ладно, мы постоянно отвлекаемся на всякую непонятную хрень. Нам надо вот... А, блин, ту лодку всё-таки надо забрать, может там очки... Может нам просто очки дадут? Так, давайте... Не то. Не, ничего не дали. А нет, так и дали. Ну все, поехали. Так, тут что-то у нас, я смотрю, как-то все так... Ограждено. Воу, это что такое? Это медведь. Черт, аккуратно. Черт, хотел шкуру добыть.
А вот у нас едут ребята. Что ж такое, никак не могу до миссии доехать. Постоянно кто-то в какой-то беде. А сами вы типа не можете выйти, да? Эй, сюда. Спасибо, что спасла мою задницу. Помогите! Я слышал о том, что делают с волками в хижине оленья голова. Там их превращают в судей. Кто-то должен остановить этих сучьих сектантов. Я цел. Не верится, что ее спасет. Ну вот, не верь. Что там происходит? Ой, эта игра странная, очень странная игра на самом деле, это пипец. Столько всего, блин, происходит, жесть. Ну, блин, я никак не могу доехать куда надо. Так, тут мы открыли что-то, вот. Так, теперь надо ехать целеустремленно туда вот прямо. Только что видел, как к дому Эллиота ехал отряд сектантов. Все вооружены до зубов. Тебе лучше вмешаться. Иди туда и помоги Эллиоту. Хорошо, но я сначала в тюрьму зайду. На самом деле тут постоянно что-то происходит. И, блин, это слишком часто все происходит тут. Очень часто все происходит. Ну ты просто, ну ты едешь и ты не успеваешь даже доехать туда, куда тебе надо. Ну а вам-то чего надо, блин? Да блин, мне тебя у тебя задание было. Чё ты убегаешь, боже? Как меня достали эти идиоты? Что там дух бегает или что? О, быстрая тачка, наконец-то. Чё там? Блять. Откуда ты взялась, дура тупая? Господи, бля. Видел, как к дому Драбманов ехал отряд сектантов. Тебе лучше вмешаться, там явно будет жарко. Да, окей. Да я тебя собью, ты мне олень нужен-то, а? Ну ладно, будет один олень. А, опять, ну. А что ж такое-то, а? Так, надо все-таки спасти. Надо спасти сейчас того чувака, а нам дадут монетки, по идее. Потому что, блин, я никак не могу отсюда уехать. Ну, постоянно тут что-то происходит. Все, он умер, да? Отлично. Господи, сколько тут всего происходит-то, а?
Только скажи, что тут будет жарко где-то, я тебя прибью. Да что там происходит? Сучий волк. Вот так тебе. Блин, да что ж такое-то, я никак не могу на задание уехать. Спасибо. В доме Ларри как-то странно мигает свет. Да что такое, ну? В доме Ларри как-то странно мигает свет. Может быть, напряжение скачет, но мне кажется, это еще что. Да, блядь, сука, хорош! Хорош! Ну, пизди давай. Сука! Может быть, напряжение скачет, но мне кажется, что он опять принялся за свои эксперименты. Надо проверить, как. Наконец-то! Вези меня. Тебя не убьют, да? Ты же нормальный мужик. Ой, а вот это вот могут больно делать. Пока. One shot, one kill. Бичи. Стой. Придурок, мне не в ту сторону. Куда ты меня повез? Там должны быть какие-то... Тут должны быть какие-то разные хламища всякое тут. Да остановись ты, а! Да погодь! Что у нас тут? А, ничего полезного, короче, херня. О, что за крутая точила, алё. Ты за мной? Спасибо. Ты сядешь? Нет? А, ну значит можно угонять, ничего не будет, все нормально. Значит можно тачки угонять, я то думал, блин, а чё, я думал типа нельзя угонять, типа, плохо, тролля. Ну раз так, значит можно, значит нормально. Минус один. Да остановись ты, господи, ты подожди, ты, а! У тебя за... Вижу. Поиски запутали тебя. Надо держать... В юности я потратила... Не воспринимай слова Веры всерьез. Я была как крыса в лабиринте.
дети, бегающие за куском тухлого сына. Отец помог мне понять, что за пределами лабиринта есть мир. Чем дольше твой друг подглашен, где тем меня ему не сажал? Я все еще жив. И он встретит меня с распростертыми да огнями. Хорош бездеть. Ничего не еще. Я здесь, и я несу его слово. Можно спросить? Да я пытаюсь. Дай поговорить с тобой. Ну, радиоощущение. Нет никакого радиоощущения. О, наконец. Слышала, что у старой шахты Грималкина снимают фильм. Да. Этого же не может быть. Это же бред. Ну, окей. Что там такое? Ну отлично. Что-то нам не дают очки уже за спасение всяких бомжей. Велорог какой-то. Ну я тогда запущу автомобиль, чтобы он сам ехал. А вернемся, когда я доеду. Так, я по дороге нашел кого-то чувака. Грядет новый мировой порядок. А ты знаешь, о чем я? Зови меня Тик. Ну, вообще-то я Аарон, но к чему тебе этот официоз, верно? Да, я тоже считаю ни к чему. Так что вот, да. Ты не из сектантов. От тебя исходит антисектантская аура. Знаешь, я тут работаю кое над чем. Ну, для людей вроде там руки валяются. Сексом, сектой, секретно. Я считаю себя профессиональным химиком-любителем и могу сделать тебя крепче, лучше, быстрее и сильнее. Слышишь? Как олимпийцы. Мои препараты скорее усилители, чем дурь. Нравится идея? Нравится? Так и есть. Вот только нужны ингредиенты, а они, знаешь ли, под ногами не валяются. Жестокий мир. А я бы сам набрал, но я немного занят. Если что, найдешь меня в процветании. Нет, это не состояние. Это маленький городок к юго-востоку отсюда. Хорошо. Так, а тут у нас залутаться нельзя, я так понимаю, да? Ну тут получается ничего больше и нет, так что мы продолжаем путь дальше. Просто тут был такой персонаж, вот в таком вот местечке, вот. Я решил, что он как бы пригодится, может быть, как-нибудь. Ну, поехали дальше. И опять я тут еду, и тут аванпост. Ну что ж, захватим аванпост, потому что... Потому что, ну, аванпост это все-таки полезная штука, она нам нужна. Там еще их дофигища. Да, захватили. Да, ну, хоть дадут, наверное, какие-то баллы, потому что, блин, ну,
Пиздец. Ух ты, со скином бегаешь, ну ничего себе. Крутые типа. Бензинчик, ребят. Вот так вот я и говорю, можно как раз сейчас затариться. Теперь, когда стоянка снова наша, здесь станет гораздо безопаснее. Осталось привести ее в порядок, чтобы сопротивленцы могли заправлять тут свои тачки. Ну вот видите, так потихоньку ходим. Так, где тут сейф? Мне нравится твой пёс. Эти ублюдки забрали весь бензин. Они перелили топливо в свои бензовозы. Найди один бензовоз и пригони сюда. Угу. Судя по потом. Слухам, он стоит около старой закусочной. Да нужно потом. Нужно восстановить работу на этих заправках. Я на задание ехать пытаюсь. А ты верни бензин. Я пытался ехать на задание, не мешай. Потом я тебя все... Ага. Побольше бы нам таких, как мне. Когда подхожу к этим белым цветам, всегда кружится голова. Как-то странно. Угу. Вера уводит людей в блажь. Снова и снова, пока они не превратятся в ангелов. Что-то валяется. Ага, ну в принципе тут все, у нас больше ничего нету. Значит, можно ехать. Наконец-то мы доедем до этой миссии. Ну, так просто, чтобы мы освободили аванпост. Так. А, там сейф. Я вот уверен, что здесь должен быть сейф где-то. Тут где-то должен быть сейф. Здорово стреляешь. Спасибо. Во, сейф, пожалуйста. И здесь будут бабки, друзья. Вот так вот. Слава богу, нашел сейф. Ну вот еще дробовик открыли, в общем-то. В принципе, и все, стрелы. Так, там нам не надо стрелы, думаю. Но стрел достаточно, всего достаточно. Броник. Нежели нет места. Ладно. Так, мы тут уже все взяли. По идее. Вот, еще можно тут взять. Что тут больше ничего нету, да? Ну, можно патронов купить немного, потому что. Мой тебе совет. Всегда будь. Ой, не-не-не, я не хотел тебя нанимать. Блин, я его случайно нанял. Случайно, я не хотел его нанимать. Где моя машина? А, вот. Все, теперь можно ехать дальше. Так, вот мы уже на подъезде. Тут слышны выстрелы. Ой, бля, не то. Эй, салага, слава богу, помоги нам. Помогите вашу. Наши задницы. Они все лезут и лезут, никак не уймутся. Достали. Будто разворошили осиное гнездо. Там машины! Чего упал? Врача! Ты полезай на ту стену! Take the position! А я слышал этот чувак какой-то кричал. Take the position! В смысле... Типа, блин, тут должна быть локализация, как бы. Все. Ну, не еще где-то есть. Тара.
Да они совсюду идут, блин. А что, дайте, блин, пройти, алё. Куда вас только несет-то, а? Да уйди ты, а? Они пробились! Перелезли через стены! Иду к тебе! Где вы? Где они там пробились-то? А где они есть? Берегись! Иду к тебе! Откуда? А, отсюда. А и они вообще умирают на раз-два. Да уйди ты, боже! Едет грузовик с горючим! Уничтожь его! Где? Грузовик, он едет к воротам! А чё, я без пистолета, что ли, а? Чё это у меня... Роджерс, сварочный аппарат внутри. Фути брал его последним, ищи. А ты за мной. Тащите железо. Если понадобится, снимите двери камер. Ясно? Тогда за дело. Времени мало. Проблемы? Нет. Твари лезли по стене, но мы их сняли. Дверь. Вроде не страшно. Жить будешь. Прижми посильней. I will open the door. Знаешь... Я ведь уже собирался в отставку. Думал, будет скучно. Эй, представишь нас, или так и будем болтаться унылым говном? Манеры! Ай, иди ты, Вёрджил, не до того. Говорил же, грубая речь — это признак... Ты не носишь значок! Нет, я не ношу значок. Надо подсчитать потери. Чувак, ты... Вообще-то нет. Чувак, ты крутой. Смотри, я ношу. О, там баги, я вижу. И шериф тоже носит значок. И это... Простите, кто это? Один из моих помощников. Ты же говорил, что их всех схватили. Почти всех. Говорят, она заставила эдемщиков попотеть. Вот как. Что ж, тогда впрягайся. Халявщики нам тут не нужны. Трэсси хорошая, вы подружитесь. Кстати, она права. Дел у нас тут хватает. Да, я понял. Поспрашивай. Ну, окей. Спрашиваю. Рад, что ты с нами. Я тоже. Пумы. Ну ладно. Бля, чувак, ты такой забавный, блин. На этот чувак забавный. Воу. Кого? Ты ведь тоже ее видела, да? А, ну, ту бабину. Говорит, все, что обещает. Это все ложь. Держись от нее подальше, или кончишь как маршал. Блаш. Да я не собирался кончать еще. Еще рано. Хочется остаться в ней навсегда. Но это ложь. Все ложь. Если бы Вёрджил и Трейси не нашли меня, я бы остался там. В море блажи. Узник собственного разума. Они спасли мне жизнь. Пумы, они хорошие ребята, но уже на грани. Мы должны им помочь. Хорошо. Больше некому. Понял. А вот еще что. Да господи. У нас есть доктор. Ну, ветеринар вообще, но он старается как может. Пару часов назад он исчез. Никто не знает, в чем дело. Угу. Ищи его, ладно? Ну, да, без проблем. Я уж делать больше нехуй. Цветош хлебом не корми, дай пострелять. Что ж, друзья, я думаю, на этом можно остановиться и продолжить уже в следующей серии. Кто бы мог подумать, что тюрьма станет оплотом сопротивления? Кажется, шериф знает, что делает. Так, я думаю, нам надо модифицировать, например, эту винтовку.
поставим, например, АКОГ. У нас повысится точность. Ага, ну давайте поставим АКОГ. Ага, наглушителя у нас уже бабла нет. Это что у нас? Увеличивает количество патронов в магазине. Точность... Точность нам типа она не дает, да? Просто... Не, ну винтовочку можно взять, в принципе, она нам нужна. Типа с АКОГом нормально будет. Так, а... Что у нас тут вообще есть, по идее? Тут у нас есть там какие-то слитки, там, я знаю. Так, это я могу потом взять, в принципе, оно не это не особо так важно. Себе, ну, так. Вёрджил, ну, Вёрджил есть Вёрджил. Не парься насчет политики. Делай все, что в твоих силах. Будем на связи. 60 баксов поднял. Что ж, друзья, я думаю, на этом можно закончить. Блин. Так всего всякого добра столько. Баблишка. И еще слитки и броня. Что ж, друзья, я думаю, на этом можно прерваться. Да. Неплохой такой прицел. Я не знаю, вроде с приближением должен быть. Тебе мозги отшибло! Опусти оружие. Ну ладно. Что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на каналчик, ставьте пальчики вверх. И я вернусь в следующей серии буквально. Не переключайтесь. С вами был Дэн. Всем пока-пока.